Шестой микрорайон – одна из самых густонаселенных территорий города Видное. Большое количество домов, жильцов, а соответственно и машин. А вот парковок куда меньше. В вечерние часы люди могут по полчаса искать, где оставить авто. Некоторые, так и не найдя, паркуются на газонах. Вы в курсе то, что за парковку на зеленых насаждениях выносится постановление на сумму от 5000 рублей? Все хорошо, извините, больше такое не повторится. Так вы понимаете, что сейчас уже вас оштрафовали? Ну что теперь поделать? А почему вы паркуетесь на зеленых? Потому что нету нигде мест, не делают нормально парковочные места. И хозяин автомобиля отчасти прав, но это не снимает с него ответственность за правонарушение. Проблему с наличием парковочных мест постепенно решают. Сотрудники территориального отдела 6-й микрорайон ведут активную работу по созданию дополнительных машиномест. Так, в прошлом году расширили парковочное пространство по улицам Ольховая и Завидная. Такая работа продолжается и в этом году на территории микрорайона Видный берег. Если брать по опыту нашей Купеленки, в которой прошло расширение парковочных мест порядка до 600 за три года мы смогли увеличить, то я думаю, что в Видном береге там, конечно, площади немножко поменьше, но я думаю, до 100 парковочных мест нам удастся расширить. Рейд по выявлению нарушителей был инициирован администрацией Ленинского городского округа. Их весенне-летний период сотрудники профильной комиссии проводят регулярно. Своим автотранспортом они портят нам газон. Людям это не нравится. Проходит благоустройство, после чего все равно собственники паркуются. И, наверное, масштабным количеством данных обращений вызваны эти рейды. Мы приезжаем, фотографируем, отправляем запрос в ГАИ и уже выносим постановление о назначении административного штрафа в соответствии с кодексом. Цели оштрафовать у администрации округа нет. Рейды больше несут профилактический характер. Сотрудники комиссии пытаются донести до несознательных водителей последствия их незаконной парковки. Следующая инспекция запланирована на середину мая и пройдет она в микрорайоне Зеленой аллеи. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.